14 сентября 2020 было анонсировано изменение касательно могущества изданий в столице. Оплот планировали убрать совсем, так как какие-то там игроки жаловались на его прокачку. Как по мне, это один из самых простых зданий, которые нужно прокачивать. И самое интересное, в соборе и башне знаний вот заглушек на кап. Хотите получить кап, сделайте некие задания, которые называются подвигами. Задания, скажу, не из самых легких, по типу пройдите искажение не умерев, пройдите чемпа и треню, выполнив какие-нибудь условия, пройдите пятый кошмар, ну и так далее. То есть я понял так, разделение игроков на каповых и некаповых. А какого хрена? Привет, Алмолда Онлайн, с экзамочком на каповый уровень, если кто помнит и кто в курсе. Ну вот, значит, даже тестовый серф запустили на несколько дней. Прокачка там свелась к мгновенному взятию капа башня, знаний и собора. И далее делаем подвиги. Обновление планировалось ввести одновременно с вторжением демонов, и на неделю даже продлили вторжение горгонидов. Сентября 2020. Обновление переносится. Вот это поворот! То есть все эти запланированные изменения насчет могущества и остального не будут во вторжении демонов. На ПТСе что-то пошло не так, и некоторые персонажи потеряли часть своих рангов при удаленном оплоте и новой системе. Давайте же немного порадуемся отмене. Обновление. Что ж, хотя разработчики уже нашли причину поломки и обещают все исправить, надеюсь, эту обнову постигнет судьба Skyforge, Battle Royale и Совета Богов. А пока что всем пока.